Вот, что тут у меня? Всем привет! У нас утро и утренний выгул. Это наша Варечка, которая оперировалась 9 числа. Она давно поправилась. Хорошо себя чувствует, бегает. Шкодничает, как прежде. Вот сейчас пойдет. То есть, в принципе, у нас все в порядке. Да. Но мы еще не потолстели. Вес мы пока еще плохо набираем. Ну, понятно, пережила столько всего не очень приятного. В всяком случае, позвоночник у нас уже тут не торчит. Попу мы откушаем. Ничего страшного. Главное, что собака выздоровела. Теперь ей пиометра никогда не будет угрожать. Моей старушке. Ну, почему гуляем в намордники? Потому что к нам вернулись силы. И достающие ее товарищи могут получить трендюлей. Поэтому гуляемся в намордники. Доставать ее могут Рейка, Лока и Аска. У них есть такой дар доставать всех. Вот в анекдоте про Маугли. Тут старушки гуляются. Другие. Вот это Сара, которая оперировалась в мае. С мочекаменкой. Сара, покажи. Сара. Сара. Сара, да. Вот Сара. С нами тоже все в порядке. Да. И с Сарой все в порядке. Да, Сара. Короче, все у нас нормально. Сейчас погуляем. И буду собираться на работу. У нас, конечно, еще и август, но вот по каким-то причинам температура вот такая. 15-16 тепла. Жары уже нету. По вечерам прохладно. Утром тоже либо в кофте, либо в халате выходить нужно. Да. Варька, гуляй. Вот так вот у нас лето заканчивается. Так что Варка передает всем привет. Мы живы-здоровы. И будем надеяться, что больше болеть не будем. Да. Варвара. Варвара. Да. Моя девочка. Так что пошла я собираться на работу. Зоомаг ждет, труба зовет. Всем пока-пока.